Проект называется «Четвертая парадная» и рассказывает о затянувшемся средневековье. Парадокс заключается в том, что сегодня прошлое обогнало будущее. Все события, они находятся как бы вот на шахматной доске. Все предметы, все, то есть нет линии, где есть прошлое, настоящее, будущее, а есть некая такая плоскость, на которой все происходит одновременно и параллельно. И как бы на этом парадоксе отчасти построен этот проект. Важно, что экспозиция находится не в музее, а в подсобных помещениях музея. То есть это не экспозиционное пространство, а это пространство техническое, которое мы превратили в экспозиционное. И выстроили некий квест, по которому мы предлагаем пройти зрителю. Работа называется «Четвертая парадная». Эту работу мы сделали специально для музея Шевченко. Здесь такой символ одинокого человека и также само вот понятие человека как бы немного выброшенного жизнью. Я хочу сказать, что Шевченко, может быть, есть и сегодня в какой-то такой же квартире, но обязательно он должен быть. И он наверняка есть, мы просто об этом не знаем. Также здесь такая параллель, и Волк, и Шевченко – это два одиночки. В этой работе изображена самка оленя, которая ранена в одну из ног. И как любое раненое животное, она пытается спрятаться. И прячется она на незадымляемой лестнице. По сути, это черный ход. Как правило, все эти черные ходы, они никогда не освещаются. Мы можем представить, что вот у нас есть в руках фонарик, старый советский, и этим фонариком мы светим куда-то. И вот, собственно, луч этого фонарика мы и видим здесь. Работу мы подцепили на такую перекладину, которая похожа на некую такую средневековую туселицу. Интересно то, что эту работу ее невозможно полностью рассмотреть. Для того, чтобы ее увидеть, нужно все время перемещаться то влево, то вправо. Когда с этой стороны лучше видно эту часть. Она такая вот как жемчужина, которую мы специально как бы спрятали. И здесь вот, когда ты сам спускаешься, ты находишься в общем-то в том же состоянии, что и находится главный персонаж этой работы. Животное, оно как будто бы попало, оно из другого времени, и оно попало в дыру во времени и ощутилось в нашей действительности. Оно в состоянии растерянности находится. Здесь рожок охотничий, который называется Волторна. Это единственное то, что связывает ее с этим временем. Человека движутся в лифте разного возраста, у каждого есть копья, и, в общем-то, они находятся в состоянии какого-то очень серьезного предчувствия, такой как бы неизвестности будущего. С самого начала, если смотреть вот так, то мы видим из-за двери пол лица инфанты. И сделали такие две табуретки для чистки картошки. Дальше мы идем по шнуру. Вот он идет дальше. Это арбалетчики, они убивают животных. Охотятся. Ну, то есть они, ну, как бы так, ради забавы. Как снайперы.
Это картина о безнаказанности. О том, что нет наказания. Ни за что. Никита Шаленый – художник, который всегда в своем проекте создает некую историю, предлагает зрителю ее услышать, стать, если хотите, ее участником. Средневековье это совсем не то, что когда-то закончилось, потому что та или иная историческая эпоха – это способ мышления, это способ того, как люди воспринимают мир, а не набор комфортабельных каких-то вещей, в которых они живут. Так вот, если говорить о тех идеях, настроениях, мыслях и даже практиках, которые свойственны были средневековью, во многом мы сегодня видим, что оно еще не закончилось. И об этом проект в том числе тоже. Для человека мыслящего это расширение тех рамок игры пространства и времени, их взаимопроникновения, их одновременного парадоксального существования, которые для меня и есть главными в данном проекте.